Нас завезли за пряничками. Смотрите, какая. Привезли нас в Рио. Ой, смотрите, сколько автобусов со всех городов. Чего здесь только нет. И цены действительно дешевле гораздо, чем в Москве. Одеяло. Друзьямские. И такие полотенчики тоже. Смотрите. Цена. Большие полотенца. Вот этого добра много. На рыбалку. Всех цветов. Костюм такие. Чебоксары. Покрывал ног занавесок. Уважаемые, вы сидите постамат. Авторизированный терминал по выдаче товаров заказывали. Мне вот этот нравится. Неужели она больше? Это тоже мне больше кажется. Давайте. Ну что, рискнем? Да, гуляем по Иваново. Да, дальше пройдем. Лакинск заехали. Сколько здесь разного пива. За рыбкой нас завезли. И хотел вам рассказать о своей поездке. Поездка была спонтанная. Чисто люди едут на шопинг на комфортабельном автобусе с остановками. То есть первая остановка у нас была, мы купили пряники, это покровский пряник. Я взяла на подарок пряник. В обратную сторону у нас была тоже одна остановка Лакинске. Там пиво знаменитое. Вот я купила медовуху, венское пиво попробовать. В самом Иванове мы были 4 часа, это очень мало, нас привезли в Рио. В общем-то, кто, конечно, там ориентируется, проще. Мы первый раз бегали туда-сюда, пока там пообедали туда-сюда, и на самом деле очень мало. И что мне еще не понравилось, что постельного белья немного, я его вообще не купила. В основном это трикотаж. Трикотаж очень много, допустим, если вы хотите купить что-то вот мелкое, носки, трусы, это опт. Это опт, это надо брать минимум там 10-12 штук. Весь этот трикотаж достаточно сомнительного качества. Его нельзя мерить, то есть никакие там пижамки, костюмчики мерить нельзя. Это, конечно, большой недостаток. И даже если вам удастся померить, все в каких-то таких условиях, без зеркала, практически там, я не знаю, за какой-то ширмочкой. И вещи такие, ну, пижамы где-то 600-700 рублей. В основном это Турция,
носки, если посмотреть там иероглифы, это, по-моему, вообще какой-то Китай. В итоге мы ходили-ходили и набрели на магазин, они как позиционируют себя чувашские товары, но там не только чуваши, я поняла, там и Кемерово, там дороже, там нормальные примерочные, и там мы, в общем-то, сделали свои основные покупки. Ну и, конечно, нам совсем не удалось посмотреть город, то есть немножко мы там прогулялись, просто проветриться, а города как такового мы не увидели. Все эти вот текстильные центры, их там два, я поняла, Рио, еще есть другой какой-то центр, туда мы не доехали, они все расположены чуть ли не за городом, второй центр, по-моему, вообще в какой-то промышленной зоне, то есть города как такового мы вообще не увидели. В основном везде берут наличку, они не берут карточки, то есть тоже имейте это в виду. Ну, а что мы купили Ивановского? Я думаю, что это все-таки Ивановское. Это вот такие вот полотенчики, обычные вафельные полотенчики, 31 рубль с девочками. Ну, я не знаю, сколько они стоят в Москве, но 31 рубль, в общем-то, задарма. Вот такое пасхальное полотенчико. Здесь просто кофе более темное. Прихватки так прихватила, как говорится, на ходу. 10 рублей все удовольствие. Вот такая простыня, она стоит, по-моему, 375 рублей. Это лен и хлопок. Ну и самые основные покупки, это вот магазин, который я вам говорила. Они, я так понимаю, просто у них арендаторы, там прекрасный примерочный персонал обслуживающий. В общем-то, широкий ассортимент, и вещи действительно не дешевые, но очень качественные. То есть, ну, там не только чувашская, там я видела и Кемерово, пижамку, которую я вам показывала. Вот эту красивую я купила, она стоит 2000. Ну, по сравнению, конечно, не 600 и не 700 рублей, но вещь действительно прекрасная, чистый хлопок. И вот многие вещи нам, что нам не понравилось, тоже вот трикотаж, ну, явно как-то вот написано хлопок, но как будто бы не хлопок. Штанишки с принтом. Потом я их там взяла. А вот пижам, по-моему, как раз Кемерово. Вы знаете, этот товар есть на Озоне. И есть в Валберисе. По-моему, сейчас я вам покажу эту фирму. Одной рукой неудобно. Вот на виду. По-моему, на Валберисе есть. Я посмотрела, и не дороже. Идет все размер, размер, если будете покупать. Потом взяла вот таких два полотенца. Я тоже их дома проверила. Это Таджикистан или Узбекистан, не помню. 118 рублей, очень мягенькие, хлопковые. Эта пижамка куплена на подарок, я не открываю. Тоже в этом магазине вот фирма. Тоже есть на Валберес, но почему-то дороже. И еще вот такая красивая ночнушка. Почти платье. Здесь кружева. Сейчас тоже фирму вам покажу. Стоила она 600 рублей по акции. Так она стоила 800 рублей. Хлопок, прекрасное качество. Я очень довольна. В общем-то, дешево товариться нам не удалось. Не знаю, поеду ли я еще, но, в принципе, как прогулка, плюс хорошие покупки, почему бы и нет. Всем спасибо за внимание.